Всем привет, друзья, с вами Михаил, игра Mobile Legends Adventure. Сегодня у нас обновление, хэллоуинская тема, как вы видите, встречает нас шикарный арт, шикарный скинчик на нашу локацию основную. Давайте еще посмотрим, что нам подогнали разработчики. Текстовое сообщение я не разбирал, в среду сразу сейчас его глянем и будем смотреть своими глазами все, что доступно на моем тестовом сервере. Ну, на моем тестовом сервере загнул, на моем аккаунте на тестовом сервере. Сейчас будем смотреть. Если видео вам будет полезным, понравится, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем и каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Так, заходим в события, уведомления. Погнали. Кошелек или жизнь, Хэллоуин, бла-бла-бла, пригород украшен декорациями, лайк. Одновременно с этим запущены такие события. Набор Хэллоуина, вход на бал. Пропуск доблести, пропуск торговой экспедиции. Ну, сейчас зайдем в пропуски, посмотрим в торговую экспедицию тоже. Главное не забыть, в торговой экспедиции добавлена новая локация, лунный лес. Здесь вы можете новые диковинные столкнуться с событиями новыми. Для этого надо 53 главу закрыть. Это я прохожу мимо и достижение уровня 9, уровня 9 каравана. Ну, посмотрим на основе, что у меня там. Что я близок к этому уровню или нет. Торговая палата теперь позволяет подписать быстрые контракты в торговой после завершения определенного количества расчетов. Караван может автоматически завершить торговую по соответствующему пути. Очень интересно, было бы интересно это посмотреть. 100% я не смогу это использовать, так как у меня 6 недель я точно в караване не участвую. Будут производиться на основе рекорда. То есть максимально один раз набрал, 6 раз прошел. По максимальному будет сразу. Интересно, это сразу награды будут собираться? Непонятно. Приготовьтесь к незабываемому. Представьте, случайный раз в столетие возвращается, чтобы завладеть ночью. Вас ждут два тематических банкета. Событие цикл падения пустоты уже началось. Используйте вестника. Вестников Хэллоуина. Это нас ждет 10.04, друзья, на тестовом сервере. Значит, это будет только через 2 недели на облике ивент какой-то. Мы его сейчас не увидим. Набор Хэллоуина уже доступен. Это тоже у нас 10.04. Жуткое событие уже доступно. И совсем недавно было запущено новый вход на бал. Длится 7 дней. Тоже 10.04. Но в основном Хэллоуин будет через неделю на тестовом сервере. Событие пропуск доблести. Завершать ежедневное задание. Это шикарно, друзья. Это шикарно, несмотря на то, что если вы не донатите, чуть там основные награды вы не получите. Там копии героев, но по чуть-чуть материала вам будет капать, за это тоже нельзя не сказать спасибо. Пропуск торговой экспедиции скоро будет здесь. Выполняйте задание торговой экспедиции, взорвать множество предметов. Лучше до премии версии, получите билеты, двойной награды контракта, чтобы использовать. Это тоже будет интересно посмотреть через неделю, опять же. Блин, нафига они анонсы дают, которые аж через неделю. Что у нас? Так, торговая экспедиция, это верно. Торговое бюро, как оно у нас выглядит? На второй уровень, конечно, идем. Ну да, быстрый контракт открывается после завершения. Мне еще 5 нужно выполнить, чтобы потихоньку имбирную ретельку будем собирать, чтобы воспользоваться этой возможностью. Ну, на основе можно будет глянуть. Едем дальше по событиям, которые будут через неделю, друзья. Кто смотрит первый раз, обращаю внимание. Здесь у нас уже было с прошлой недели. Блин, а давайте крутанем. Давайте крутанем. Ждать не вижу смысла. Я там какие-нибудь, может, задания выполнил, еще заберу. Заберу материал. А, тут, собственно говоря, и забирать нечего, поэтому сейчас, друзья, крутанем в серию аккаунт с нуля. Тут это прокрутку, там особо показывать нечего. Но, может, мне какие-то интересные материалы выпадут. Да и плюс к прохождению, возможно, бустанусь. Ну, спасибо тебе, конечно. Блин, кубы — это шикарная тема. Только у меня нет персонажа, которого, блин, все 4 в кубы. Это просто какой-то был рофл. Древний контракт начинается. Мне тоже 13 звездочных персонажей пока нету, поэтому я
Так себе, просто попризываю, опять же, по чуть-чуть дополнительных материалов пособираю, ни больше, ни меньше. Это продолжается у нас удачное вращение один раз в неделю. Можно попытать удачу, мне опять не повезло. Священное благословение. Да, друзья, теперь это 100% точно, через неделю оно начнется на основных серверах и 500. 500, 500, 500 надо собирать в субботу, как обычно, 19:00 по Киеву, друзья. В 19:00 будем на донном аккаунте, попытаемся добить. Есть еще у нас неделя до 500, чтобы максимально влететь в этот ивент. Ну, дальше ничего интересного. Все основное по Хэллоуину будет на следующей неделе. Такие новости с тестового сервера, друзья. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Если я что-то пропустил, не забывайте добавлять в комментарии, делитесь информацией, вместе играть веселей. Мирного неба над головой, всем добра, добра и до встречи на стриме.